что было не самым приятным. Мы уедем сегодня вообще куда-нибудь? Нет. Вырвалась у меня, сожгла мне руку. У меня... Я забыла электричку. Итак, шел второй день моего пребывания в Москве. Мы проснулись с Соней где-то в 10 с небольшим, и начался дождь, что было не самым приятным в начале дня. Вчера был ужасный день, и все был прекрасный день, но тоже время уже. Потому что мы выселили кобылу, все хорошо, люди очень добрые, мы даже в шоке. Провести долго, приятно. Вот, заплатили за денег и поехали в гостиницу. И там нам такие говорят: тебе не хочу на себя, ты не будешь здесь жить. Я такая: супер, отлично, классно, великолепно. Я просто сижу уже в шоке, не знаю, что делать. Пишу всем своим знакомым, и тут меня решили отключить. За что я им очень благодарна, потому что если бы не они, сейчас бы я сидела на улице, как бомж, и было бы не очень классно, конечно. А так, я спала даже дома, вот. И сейчас Соня бедная там под дождем гуляет с собакой, я не знаю, конечно. Мы поедем на конюшню. Она пойдет выкрутить, я пойду с ней. Спокойно, конечно, вообще. Ушла гулять с собаками, потом, но перед этим мы как бы поели, нас накормила ее бабушка, и потом мы поехали, каждая на свою конюшню. Вот да. Этот человек подобрал вчера меня, как бомжа, сидевшего на самом красивом месте. Так, калейдоскоп, а где он? А, тут его дневник. И сейчас будет увлекательное путешествие прям в спальне. Да. Сейчас там по Москве вместе мини-ход. Да. Только элита. Но проблема заключалась в том, что у меня не было мелких денег для маршрутки, и мне надо было где-то взять Сбербанк, чтобы снять хотя бы 100 рублей с карточки. И это порядком напрягало, потому что мы не знали, где ближайший Сбербанк, до которого мы дошли. Он был закрыт и не работал на майские, типа, праздники. Мы уедем сегодня вообще куда-нибудь? Нет. Нет, уедем. Просто прикол в том, что мы просто сделали круг и закрылся Сбербанк. И вернулись на место. Ну ничего страшного. Тогда я поехала на автобусе до Планерной, а Соня поехала дальше. Там я сняла деньги, пошла на свою станцию метро. Доехала до Тушина и пошла сдать маршрутку. Начнем с того, что я сначала не могла понять, куда именно мне идти ждать маршрутку, но потом я нашла столб, на котором написано 575, и я такая: о, ура, мне сюда. Когда я приехала к кобыле, она спала. И я такая: серьезно, ты спишь? Потом я вывела ее пошагать. Потом я отвела кобылу в Леваду, потому мне надо было ждать до вечера, пока не закончу там прыгать, и потом со мной Аня позанимается. Вот, и мне надо было чем-то ее занять и стоять же целый день в деньги.
Когда я привела Хобэй в Леваду и начала ее заводить в нее, эта коза чего-то напугалась и побежала. Вырвалась у меня, сожгла мне руку, у меня шрамы остались до сих пор, вот. Ну вот, тут уже как бы только мозоль. А так у меня был шрам на всю руку. И я думала, ну все, кирдык. Она побежала, потому что на газон, и я такая... Благо она остановилась, я завела в Леваду, она пошла гулять, извалялась, конечно же. А я пошла помогать девочкам. Там я ставила барьеры, снимала их на видео и так далее, и тому подобное. И где-то в 6 вечера я собрала кобылу в Леваду, собрала ее и поехала. Тренировка была такая сложная, потому что Хобэй была как на иголках вся. И, ну, допустим, она не совсем правильно меня понимала. А, и еще одна интересная история, которую не знает даже моя мама. Ну, сейчас узнает, наверное, если посмотрит это видео. Я забыла уздечку. Я привела Хобэй, пошла доставать всю амуницию и понимаю, что у меня нет уздечки. И что у меня есть только хакамора кожаная с верхним переносием. И все. Я думала, что все, это финиш, это до свидания. Что мне делать? Я умру, меня убьют, все, пока. И я помогала Ксюше Ермолаевой и спросила, типа, есть ли у нее уздечка какая-нибудь коп размер. Она мне дала, я перестегнула ее до свою хакамору, нашла вот этот, заменила чем-то каким-то ремешком кожаным и собралась и поехала. Я тогда думала, что все, если я вот забыла уздечку, это все финиш. Я сразу же начала звонить Дине, чтобы она отправила ее с другой Диной в Москву. Но это уже не сегодняшний день. Работались мы недолго. Ну там чисто знакомительные тренировки, переходы всякие, всякая такая штука. И потом после тренировки я поехала шагать в лес, где очень красиво, потому что это просто потрясающе. Ты едешь, и там вокруг тебя там природа, олени. Очень красиво. Нет, серьезно, очень красиво, просто потрясающе. Потом я после того, как прошагнула кружок по лесу, привела Хобэй на мойку, помыла ей ноги и завела в дневник. Потом накормила и так далее. Вот, вот едешь ты такой в трамвай, а тут всякие, всякие подключаются. Я бы не рекламирую, это как бы просто... Я просто сказала, просто... Да, я искала свой трамвай. Я нашла Ксюшу, вообще удивительно. Вот когда ты в районе Ксюши, находится Ксюша.